Я хотел бы в новом году пожелать всем вам, прежде всего, крепкого здоровья, реализацию всего задуманного, о чем каждый из нас мечтает, пожелать обязательно хорошего настроения, любви и счастья. А самое главное, на мой взгляд, это стремление к взаимопониманию, как минимум стремление к взаимопониманию с окружающими нас людьми, любимых людей и родственников. Благодарю за внимание, а также спасибо 7-му каналу, всему персоналу за то, что приглашаете творческих людей и любите их высветить в творческом пространстве для нас всех. Спасибо большое.